1 сентября – это традиционно белые бантики и фартучки, яркие букеты и вся семья, конечно, в сборе. Родители фотографируют и волнуются. Но особенно переживают в этот день первоклашки. Ведь для них это самое начало школьного пути. Вчера я очень хотела пойти в первый класс, потому что и мне родители сказали, Надя, вот когда ты пойдешь уже в первый класс, уже начинается повзрослее жизнь твоя. Мама первоклассницы Насти Анна Ковалева признается, что сегодня задумалась о том, как быстро летит время. Ведь, кажется, еще вчера сама с цветами в руках шла на школьную линейку. Сегодня все утро вспоминали и прическу, когда я ей делала. Я говорю, у меня такая же была прическа, как и у тебя. Конечно, вспоминала и рассказывала свой опыт, наставления давала. В этом году Видновская школа номер 11 распахнула свои двери для 14 первых классов. Я желаю им, чтобы их школьный путь был легок. Волнительный день для всех, и для детей, и для родителей. Но я думаю, что мы общими усилиями сделаем так, чтобы школьная пора запомнилась им только хорошими воспоминаниями. На торжественную линейку были приглашены почетные гости. Поздравления с новым учебным годом от главы муниципалитета Дмитрия Баренова зачитала Ольга Доманевская. Желаю всем ученикам успешной учебы, отличных оценок и интересных событий в новом учебном году. А у педагогов и родителей пусть будет как можно больше поводов для гордости, радости за успехи и победы своих детей. Поздравил первоклассников с Днем знаний председатель Совета депутатов Станислав Радченко. Завтра уже все полноценно приступят к обучению, начнутся уроки, домашние задания, которые мы будем делать все вместе. Я хочу надеяться, что и наши дети, и, конечно, родители, и педагогический состав успели отдохнуть, привести в порядок нервы, набраться терпения. Я от всей души хочу пожелать, чтобы наши дети нас радовали хорошими оценками, нашим учителям, конечно, здоровья в этот непростой для всех нас период. И добрый путь, с праздником! И вот самая волнующая минута праздника. Для ребят звучит первый звонок. Пусть двери школы открываются, скорее уроки начинаются. Первый класс, ты нас встречай, год учебный начинай. Торжественная линейка 1 сентября прошла и для 70 выпускников 11 школы. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.